Здравствуйте, друзья! Дмитрий Балковский, goldenfrom.ru. С рассказами о монетках сегодня расскажу вам о самом дорогой сердцу каждого россиянина инвестиционной монетке, о нашем Георгии Победоносце. Вот он здесь у нас, такой совсем крохотный. А почему он такой маленький? Потому что он содержит всего лишь четверть унции золота, то есть чуть менее 8 грамм, 7,78 грамма. А проба у него 3/9, на лице, как вы видите, святой Георгий поражает змея, а с другой стороны у нас герб России и номинал 50 рублей. Кстати говоря, эта монета, как и все остальные инвестиционные официальные монеты, является законным средством платежа. То есть, если вы такой эксцентрик, у вас слишком много этих золотых георгиев, вы можете пойти в магазин и расплатиться. То есть, на 50 рублей вы можете купить себе хлеба и спичек. Вот. Какие у этого изделия есть особенности? Вы, наверное, слышали, не раз вам попадалась в интернете информация, что на этих монетах появляются пятна, как будто кто-то брызнул свекольным соком. Такие красненькие пятнышки, они бывают маленькие, бывают большие, и часто пишут о том, что это не золотые монеты, что это подделка, что ни в коем случае их нельзя покупать. Это ерунда. Это не более чем производственный брак. То есть на петербургском и московском монетных дворах плохо промывали оборудование. Вот, собственно говоря, и все. На самом деле их скупают ювелиры с огромным удовольствием, выискивая самые уродливые, самые битые, плохие победоносцы. И потом их переливают в кольца и серьги. Так что это совершенно не проблема. Еще одна, на самом деле, не совсем обычная черта для этой монеты, для флагманской монеты, то, что она весит так, то, что она содержит так мало золота. Традиционно монетки инвестиционные весят унцию, то есть 31,1 грамма золота. Почему российская монета весит так мало? Говорят, что Центральный банк и Госзнак посчитали, что россияне слишком бедные и поэтому не смогут позволить себе покупать такую большую монету. Но из этого вытекает еще большее неудобство, потому что, посмотрите, вот эта капсула, да, она занимает ровно столько же места, сколько и капсула для монеты, которая весит в 4 раза больше. Соответственно, если вы сберегатель, если вы собираетесь набивать золотом и серебром свои банковские ячейки, наверное, это, возможно, не самый лучший выбор. Но, с другой стороны, эта монета точно такая же золотая, как и все остальные. Так что вам нужно решать. Если вы живете слишком далеко от Москвы и московского региона, где любые золотые монеты можно с легкостью купить и продать, то, наверное, вам следует хотя бы часть вашего портфеля держать в золотых георгиях победоносцах. В остальном прекрасная монета, красивая, наша родная. Спасибо. Если вы хотите узнать больше о драгоценных металлах, ситуации на финансовых рынках, судьбы плачевной нашей банковской системы, нашей и мировой, читайте goldenfrom.ru. Две свежие переводные статьи каждый день.